завтра. В первом выпуске программы «Германия на русском. Инструкция по применению». Мы расскажем, как подойти к выбору врача и устроить праздник по-нашему, с размахом и от души. Познакомимся с русскими театрами Берлина. И разберемся, как в условиях приоритета иностранного языка сохранить свой, родной. А на каком языке вы любите говорить? На русском. На русском. Пройдемся по Берлину историческому. И встретимся с участником российского проекта «Голос-6». Композитором и продюсером немецкой столицы. Брэндон Стоун. Привет. Дорогие друзья, привет.